Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил, и сегодня мы начинаем прохождение второго DLC для Little Nightmares, который носит название «Убежище». По сути, это продолжение истории с первого DLC, прохождение которого вы, кстати, можете посмотреть, перейдя по подсказке или по ссылке в описании. Пока не очень понятно, где мы оказались. Дверь закрыта. Ном застрял. Давайте-ка ему поможем. Иди ко мне, малыш. Видимо, обнимашками их можно приручать. Я так понял, что фишка этого DLC будет как раз завязана на взаимодействии с этими номами. Не гномами, прошу заметить, а именно номами. Так здесь называются эти существа. Ящик шевелится. И да, в нем прятался ном. Думаю, он сможет нам помочь освободить второго нома, который сидит в клетке на столе. А нет. Ну хоть бы этот ящик скинул, чтобы я мог на стол запрыгнуть. Но что-то нифига. Он просто застопорился и стоит. А мне что делать. Мы можем вернуться обратно. Подождите. Вот уже первая непонятка началась. Вот ты где. Точно, я же помню, мы тут оставили одного. Он просто немножко подзастрял. Давайте, вдвоем-то вы уже сможете. Молодцы. А мы должны освободить вот этого. Забыл его приручить. Да, обязательно надо его взять, обнять. Ути мой хороший, ути мой маленький, молодец. Все, теперь давай за мной. Ну что опять? Давайте поднажмите, парни. Чё ты не спрыгнул-то со стола сам? Приходится как с маленьким детём с ним нянчиться.
Уголь? Зачем нам уголь? Да, малыш, я вижу, что ты указываешь мне на рычаг. Спасибо. Он начинает бросать уголь в эту печь. Дверь открылась, но туда мы пойдем попозже. А сначала давайте залезем вот по этим лестницам. Куда они нас приведут? Я только надеюсь, что не прямиком в лапы сторожа, как в прошлый раз. Доски совсем хлипкие, мы можем их проломить. Только мы заговорили о стороже, и вот он. Тут как тут. Вижу какой-то вентиль, вижу кнопку включения чего-то и вижу рубильник. Что сначала надо сделать? Ну, допустим, рубильник. Он что-то включает, как я понимаю. Да, включает он вот эту штуку. Это пила. Я понял, это для его отвлечения. А теперь крутим вентиль. Черт, не прямо, а обратно. Свалились мы в какой-то мусор. Лестница поднята. На нее не запрыгнуть. Пошли назад.
О, вижу Нома. Он повторяет за мной. Прыгай, прыгай. К самому краю, давай. Вот так. Хороший номик. Вот ты-то мне уже и поможешь опустить лестницу. Ух ты, это по сути камеры наблюдения. Шестая. Я помню, да, как мы пробирались сквозь эти ботинки в основной компании. Кажется, я понял, ребят. Вот эти три DLC, их действие разворачивается параллельно первым трем главам основной кампании. Тележку на подъем мы вдвоем не завезем. Тяжеловато. А может вперед? Да, и с нее мы сможем запрыгнуть уже вот сюда. Рубильник, но до него мы не допрыгнем. Надо закидывать туда Нома. А где Нома взять? Вижу, вижу. Да иди сюда. Да иди ты ко мне, не время в догонялки играть. Вот засранец мелкий. Иди ко мне, не съем я тебя. Не переживай. Чего вы так боитесь?
Ты от меня не спрячешься. Все, все. Отныне мы друзья. Втроем мы уже сможем затолкнуть ее на горку. Так, так. Мы проломили дверь. Так, вы оставайтесь здесь. Не знаю, что пока с вами делать. Неудобно тут по лестницам спускаться. Молодцы, работайте. И куда его теперь? Может, на лестницу его забросить? Не хочешь? Ну, тогда полезу я. Щиток у нас выбило.
Вот эту штуку мы возьмем, потому что без нее тут ни черта не видно. А фонарик у нас есть или нету? Что-то я даже не глянул. Ёк-лэмэнэ. Мы должны пробираться в темноте, да еще и как-то мимо этого урода. Ему-то, конечно, похер, светло или темно, но мне вот ни черта не видно. Куда идти надо? Ничего не вижу. Но вижу дверь. Но она вроде закрыта. Ну ты чего? Ладно, придется бросить эту штуку. Да, фонарик у нас все еще при себе. Стул. А если открыть другие шкафы? А в последнем что? Ничего. Не допрыгнул. Ну, хотя бы не разбился.
Это мы спустились вниз. И как раз открыли ту самую дверь. Но мы здесь за тем, что лежит на той полке. Сюда он, конечно, не зайдет. Но лапы свои сюда просунуть вполне может. А если мы на кнопку успеем нажать, ему тоже разорвет руки, правильно? Хотя он может успеть их убрать. Иди отсюда, чучело. Я случайно его коснулся. Но реально не видно нифига. Нужно подождать, пока он уйдет. Все, эта штука снова заработала. Да стой! Все равно ведь поймаю. И будет тебе хуже. Заобнимаю до смерти.
попался. Можешь меня подтолкнуть? Мне к вон тому надо. Я вот не совсем понимаю, как мне до того добраться. Может этого закинуть на эту тележку и потом ее подвинуть? Да не, фигня какая-то. Ну, маловато, давай я помогу. Вместе приподнимем. Ну чего ты? Давай, запрыгивай. Момент. Я просто не могу найти подходящую точку, неудобно. Неудобная фиксация камеры. Ладно, давайте еще подумаем. Что еще можно сделать? Ящики можем выдвинуть. Отсюда мы тоже не допрыгнем. Тележку к этому столу пододвинуть мы почему-то не можем. Или можем? Пододвинули. Запрыгни на нее, пожалуйста. Ты мог уцепиться за ящики? Какого хрена? И чего ты молчал-то? Ну, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Так, давайте вы вдвоем и висите, пока я вам не скажу спрыгивать.
А может быть вам помочь? Нет, все равно еще недостаточно. А когда я запрыгиваю, они спрыгивают. А что мы еще можем сделать? Может мне эту дверь подпереть ящиком, чтобы она не закрылась? Ну почему вы спрыгиваете? На всех места хватит. Не, я не понимаю. То, что этих гномов надо обязательно закинуть на эту ручку, в этом я уверен. Но что я не так делаю? Вот оно что. Одного не нашел. Этот мелкий паршивец спрятался и даже звука не издает. И сидел еще в темном углу. Слепошарый все еще здесь? Нет, похоже, он ушел. А, да тут и дверь закрыта. А смысл мне тогда сюда было возвращаться? Рубильник. Мне тут нужны гномы. Какая-то жуткая кукла наблюдает за нами.
Все, я понял, что нужно сделать. Забрасываем их сюда. Да, подпираем дверь ящиком. Еще немножко. Чтобы точно не закрылось. Мы молодцы. Мы команда. Не прячься, пошли. Ну чего ты, пошли. Работа кипит, я смотрю. Я вам привел помощников. Всех гномов, которых мы встречали, нужно вести сюда. Эй, а ты чего за мной увязался? От работы косить вздумал? А ну за дело. Что-то потихоньку уже начинает работать. А мне не зашкварно. Я тоже могу помочь. И свою какую-никакую лепту внес. Вот, это те, которых мы оставили там. Это должны быть последние.
Прощайте, мои маленькие друзья. И я вас не забуду. Как я умудрился свалиться? Но это только я так могу. Ох, одного гнома сейчас расплавится в печи. Блин, жесть какая-то. Первая жертва уже есть. Это и есть убежище. Уютное местечко. Но мы тут надолго не задержимся. Нам надо продолжать свой путь.